Что же, снова привет, народ. Первая часть, естественно, у нас была... Ну, так сказать, я еще привыкал к игре и ко всему. А теперь нам осталось лишь, ребята, лишь открыть, собственно говоря, дверь и... О, нашел! Блин, я что-то все ходил и не видел. Вот, мы теперь можем открыть дверь рычагами, да, как-то обычно цепушка открывается. У-ху-ху, сколько мы все открыли. Да, наконец-то здесь что-то написано. Что делать? Freely roam around. Так, первое, что он сделал, когда выбрался, открыл все двери, отпозорил Люциусу спокойно перемещаться. And she told me that I was the problem. Сломать шкаф. Women. И она мне сказала, что я был проблемой, эти женщины. Can't kill them. Hey, hey, why is the space between a woman's breasts and her hips called the waist? Because you could easily fit another pair of tits in there. Ребят, совершенно вещах, а почему зона между женской грудью? Hey, I got one. What do you get when you put a menstruating male into a senator's mansion? Бедрами называется пояс. What? A bloodbath. Jesus Christ, man, you're sick. Так можно бросать. Если вы кинете в вентиляцию что-то одно, загорающееся, хорошо, загорбанка, то она выпадет с другой стороны. Хорошо, ладно, давай так и сделаем. Ох ты. У-у-у! Пожарчик! Это мне экспа, ребята, мы не горим. Сон Люцифера в принципе не горит. У него иммунитет. О, это ключики, блин, сейчас давайте возьмем. Так, от банки нам еще должно пригодятся, так что давайте набираем. Пригодится еще. И вот горящие трубы, как круто. Давайте подожжем как следует. Сделаем. Но я все равно никогда не любил этих докторов. А, значит, ключи держать в руках. Все работайте и не играйте. Все работайте, а не играйте. Кто тупяш? Это субтитры. Хотя я не слышу. Это уже написано. С этим мужиком надо, походу, поговорить. Это псих. Странный человек все повторял. Деваленок. Людлов. Devil boy. Мальчик деваленок. Devil boy. Мальчик деваленок. Так, найти комнату. Как ее? Медсестры. Не, он не опасен, он псих, ему все равно. Опасаться надо докторов. Так, тут у нас есть имеется православный крест, и здесь имеется еще уборщик, который временами прогуливается. Я знаю, он заходит в туалет в один иногда, поэтому мне кажется, лучший способ с ним справиться, это, ребята, застать его в сортире. Потому что у него должны быть ключи к этому месту, видите? What in the world? Я буду тут мыться теперь. Ха-ха-ха, тебе меня не поймают. Хорошо, найти способ его убить. Он может так под таким раком подскользнуться. А теперь у тебя проблема, сынишка. Мы его оглушили. Без ключа от лифта, что же? Ну, знаете, способ его обезвредить, ребята. Я просто думаю, как. Методов много, но у нас есть какое-нибудь портативное оружие или типа того? К сожалению, нет.
Я думаю, наэлектризовать воду. Электрический ток здесь может пройти, что же, это хорошо. Возьму-ка себе. Здесь тоже все он может пройти. Так. Этот уборщик. Я один вопрос сделал за дверями, что ли? Нет, электричество нам никак не подключить. What the hell? И же такой нуф, ты глянь. Просто я думаю, как тут быть и что делать здесь. Черт. Да, физика здесь хорошо действует. Понятно, когда он будет в ванной, ему на голову можно что-то сбросить. Вопрос в том, что. Так, вижу. Ждем его в ванной. Сбросим ему что-нибудь на голову. Я не думаю, что это его убьет, но давайте попробуем. Посмотрим, к чему это просто приведет. Так, он заходит и... Тя-тя-тя... Да черт тебе, дед! Почему самый подходящий момент? Нет, это его не убило, естественно. Так, нам нужно явно что-то тяжелое. Сачки. Возгорающаяся жидкость. По-моему, там возгораться нечего. Нам нужен бензинчик, наверное. Сачки всегда пригодятся. Так. О, если сломать... Понятно. Так, берем эту штуку. Мы так сможем... Давление в трубах. Так, если что-то вставить в трубу, это не будет разумно. Как весело. Так, посмотрим, что можем вставить в трубу. Кусачки. Мне кажется, мне самое разумное идея. Но... как же тебя модифицировать, а? Вопрос в том, еще чем? У нас тут есть дефибриллятор, причем портативный. H2.
Он смешкает, наверное, от моей великой магии. Есть идея разлить воду и подключить эту воду дефибриллятору. Этот парень здесь. Их отпусти. Канистр для подскальзов. Кстати, можно использовать ее. О, он идет, давайте посмотрим. Это, конечно, не вода, но... Он подскользнулся, но это не особо помогло. Ты подскользнулся, да? Бывает, да, умер? Все, это был странный способ смерти, конечно, но... Даже указано, от какой двери ключ. Я слишком долго провозился, я знаю. Может было намного быстрее, понятно, значит, здесь средств для убийства было куда больше, чем я думал. Я как-то, не знаю, привык, что в первом люте все очень ограничено, там убить можно одним-двумя способами. Так, комната я не была наполнена религиозными текстами, пророчествами апокалипса. Ее там не было. Похоже, ее отвели на четвертый этаж. Ждем женское отделение, как я понимаю. Ой-ой-ой. Ключ у охранника. И у нас есть варианты. Не прознал. Можно использовать ту же систему, ребята. Так, мне нужно разлить воду. Ну, возьмем второй дефибриллятор. Пустить! Да отпусти же! Все, погнали, с тобой поедем. О! Газовые баллоны! Вот это то, что надо, ребята. Нафиг тебя, ты мне не нужен. А нет, он что за мной ездит? В самый настоящий момент он отцепился. Давай, все, отцепляйся от меня. Отцепись. Молодец. Что ж, покатаемся, ребят? Вот, все, наведение произведено. Ну, считай, почти, считай, навелись. Инструментик. Бей слишком далеко. Сейчас
Я реально чувствую себя артиллеристом теперь, знаете. Так. Фум! Прямо в голову, ребят, это был хедшот! Это того стоило, да, ребят, навестись? Это был настоящий хедшот. Так, бросайте банки, ломайте вентиляцию. Без проблем, Кэп. Приказывай, Кэп. Вопрос в том, что да... О! Проводка свесилась. Так, соединяя предметы, приманите человека к месту. Кошельками. Сигареты. Падает такой кошелечек, и человек хочет. Так, ломается, что же используем? Или же мы можем кого-нибудь приманить, чтобы... Тут проводка, давайте второй кошелек посмотрим, какой сработает. Выкинем вот прямо здесь. Как он удачно лег. Мне нравится физика здесь очень довольно-таки... стабильная. Да, мы нашли ее, она повесилась. Но я как бы заранее уже подготовился ко всему невидимому там. Так, найти того, кто за мной следует. Мы нашли одного из преследователей, повешенным за шею в своей комнате. Там была записка на полу. Простите меня за все, что я выбрал неправильно. Что оно это означало? Может быть, то, что она предала Бога. Уйти с этажа. Ладно. All work and no play. All work and no play. Не, я кошельки с собой возьму, штука полезная. Как меня напугало. Посмотрите на Люциуса, он потрясающе выглядит, выспался. Что же, увидимся в следующей части, спасибо вам за просмотр. И да, в этой игре надо думать, поэтому иногда временами за 5 минут все решаться не будет. Ну что же, уровень окончен, увидимся мы в следующем уровне после первой главы. До следующего уровня. Пока, ребят. Тут даже время на 30 минут. Что же, это не так уж и... Ну, наверное, как можно быстрее. Да? Общий счет минус 7. Можно было и лучше, ребят. Простите меня, я не хотел. Видимо, долго возился. Что же, первый уровень — это всегда какое-то обучение, какие-то пробы. Что же, теперь я буду более ловкий. У меня ручки натренировались. Давайте вперед с поднятой головой, ребят. До следующей серии. И можете там как бы шлепнуть на кнопочку подписка и там, ну, тоже... пост ВКонтакте, чтобы ваши братки узнали о такой крутой игре и в первую поиграть обязательно. Или посмотреть на моем канале, как вам больше нравится.